Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту, который находится на предстарте, криптоциклер. Значит, старт через один день 4 часа. Здесь таймер. У меня есть партнеры. Значит, хочу пополнить я кабинет. Я подсчитала время. Старт будет, по-моему, в 6 часов. По московскому времени 18:00, 6 вечера. Значит, давайте я пополню кабинет, переведу на русский, чтобы было понятней. Значит, приборная доска. Добавить средства. Вот это вот вторая вкладочка. Значит, так, ADD фонд. Перебрасывать на страничку. Так, здесь стоит 10, это мы стираем. Ставлю 2. И здесь платежные системы. Биткоин, криптовалюта, интериум, блоткоин. Убираю Pair. Нажимаю. Здесь минимальный вход, друзья. $1. Перебрасывает на платежную систему. Так, поставлю на паузу, пополню и продолжу. Я пополнила кабинет. Значит, вот у меня теперь аккаунт баланс $2. К старту я готова. И завтра, если я правильно почитала, буду следить за таймером. Буду активировать по кнопочке место себе. Значит, что нам дает? Еще раз повторюсь. Значит, первый стек $1. Три линии. Как бы получаем $3 для вывода комиссионных, и здесь в первом степе нет. Во втором этапе мы автоматически переходим, получаем, здесь у нас 6 линий, получаем 18, на вывод идет у нас $6, и на третий этап нас перебрасывает, мы это все идем автоматически. Здесь 9 линий, получаем $108, на вывод 90 и плюс 6, итого $96. Ну и комиссионный мой спонсор получит $10 и 8 новых позиций будет, так я понимаю. Далее что? Здесь будут отображаться наши комиссии. А здесь вот смотрите, купить позиции. Здесь мы будем, друзья, активировать место. Здесь будем количество, как вот у меня $2 я пополнила. Буду ставить цифру 2. Здесь у нас первый уровень. И далее будем нажимать кнопку. И что еще, друзья, я хочу сказать. Есть группа на Facebook и есть чат. Чат он иностранный. Вот сюда нажимаете, группа Facebook. Группа вот Циклер, она кликабельна. Попадаем в группу. Я присоединилась. Здесь все на иностранном языке. Вот здесь смотрите, показать перевод. И, пожалуйста, участники здесь общаются. И можно добавиться в группу. Нужно писать. Значит, куда я писала? Я писала. Так, не помню я, куда я писала. Так, все. А вот, все, кто хочет присоединиться в чат, отправьте мне запрос на добавление друзей, и я вас добавлю. Вот. Так, как бы. И вот этого человека я вот к нему добавилась, друзья. Он меня добавил в чат. И вот криптоциклер. Здесь вот чат. Как бы. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Я, друзья, никого не призываю вкладывать, регистрироваться. Это дело добровольно. Я поделилась лишь с вами информацией. А там уже смотрите сами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.